Саша уже не нуждается в обследовании. Наши врачи довольно-таки правильно вывели диагноз и все. И мы решили, что мы остаемся на реабилитацию в Украине. Поэтому я никак не вижу смысла, чтобы документы оставались. Да, чтобы документы оставались у него. Если уже сам профессор сказал, что Саше, все нормально, ей только реабилитация нужна. Ребенок уже рисует. Как говорится, нужно просто время и время нужно. В Украине определили место уже, где можно? Пока место мы будем в больнице. С понедельника уже должен приехать реабилитолог. Как только Сашенька сможет сама отправляться, будем так говорить, то у нас, мы будем в Инкуле. Николаев. Да, в Николаеве, там водный бассейн. Саша быстрее скажет, там текущей воды, конечно. Как мне сказали, по крайней мере, почти. Я им верю. Кстати, завтра у них праздник. Я их поздравляю всех с этим праздником. Желаю всем здоровья. И благодарю их, самая глубокая материнская благодарность, что они сотворили чудо. Это просто чудо, мой ребенок, во-первых, остался жив, и вот я очень ему благодарна. А, Николай, постойте еще 2 минутки, мы уже поснимаем.